Безусловно, будут сокращения, потому что терпели достаточно долго, бизнес держался достаточно долго. Кризис у нас начался в январе 2014 года, обвальной девальвацией и паническим бегством капитала. И, в общем-то, все это время у нас не было серьезного роста безработицы, у нас был рост неполной занятости, причем такой, что Росстат, по-моему, даже перестал давать об этом информацию. Но в целом держались, в том числе за счет государственной поддержки. Ну, государство поддержку прекращает, потому что при 10,2 триллионов рублей, которые валяются в бюджете, очевидно, нашему начальству этого мало. Или, может быть, решились специально обрушить ситуацию к выборам, чтобы, так сказать, дестабилизировать положение. Это вопрос дискуссионный, но факт остается фактом. Сокращения будут. Топилин назвал цифру полмиллиона, это министр труда, если кто не знает. Они у нас не отличаются, эти министры, от той поверхности, на фоне которой они расположены, или не сильно отличаются. Топилин назвал полмиллиона человек, это может быть в реальности больше, но как минимальную оценку, я думаю, что стоит ее принять. Разумеется, это будет в первую очередь те, без кого можно обойтись, то есть это неэффективная реклама, маркетинг, пиар, какая-то часть бухгалтерии и так далее, неэффективны, подчеркиваю, все восьмой год выучили. Если кто-то в этих сферах, так сказать, приносит результат, то его будут сохранять, и, скорее всего, до последнего будут сохранять. Но у нас очень здорово раздулись штаты после кризиса 8-9 годов. Офисный планктон вернулся, уж извините за мой французский. Ну и, что называется, до свидания. Особенно будут страдать, так сказать, несовершенная часть IT, непрофессиональная часть IT, которой очень много. Люди, которые, пройдя двое курсов, решили, что они могут зарабатывать на продвижении бизнеса в социальных сетях. Вот. Я просто вижу таких людей, это катастрофа. Так что, к сожалению, в зоне риска это все выпускники, практически все, потому что система образования готовит квалифицированных безработных. И если даже из вузов хороших, с репутацией, с именем выходят люди, которые не знают просто ничего вообще. У меня один знакомый врач, он решил на работе поставить эксперимент, и он 26-летних, не выпускников, а 26-летних специалистов, то есть, ну, по-нашему это, ну, по гражданским наукам, это аспирант, который вот-вот сдает кандидатскую. То есть это прошли интернатуру, это ординаторы, то есть это люди уже квалифицированные, которые, в общем-то, простые врачебные операции уже делают сами. Но они, например, не знали, в каком году началась война Великая Отечественная, как называлась Великая Отечественная война за пределами России. Некоторые не знали ничего про первую русскую революцию, да и про вторую тоже. В общем, много всего сильного, и понятно, что человек без кругозора сейчас, когда мир требует комплексных знаний и сопоставления разных сфер, он обречен, строго говоря. Ну, почти обречен. Вот, так что главная зона риска – это выпускники. Нужно держаться за работу руками, как-то зубами и когтями, потому что в кризис даже низкий, как бы регулярность дохода важнее его суммы. Если у вас есть какая-то регулярная сумма, вы можете поджаться, вы можете начать искать что-то другое, но у вас будет что-то, что будет держать вас в тонусе. Я знаю довольно много людей, которые, даже имея хорошие очень сбережения, они бросили работать, ну и через довольно короткое время они оказались в ситуации, когда ни денег, ни работы, ни привычки работать. И это было им очень тяжело. Вот. Ну, людям, которые были нормальными офисными клерками, и вдруг оказалось, что случилось сокращение штатов, нужно быстро крутиться. Для них тот же самый HeadHunter. Все-таки надо понимать, что HeadHunter в основном компания, ориентирующаяся на Москву. У них, конечно, много регионов, но в регионах есть свои структуры. Вот я недавно зашел, мне прислали скан с Тюменского портала. У них там вообще вакансий на порядок меньше, чем вообще резюме. На порядок, то есть там в 9, что ли, раз, где-то такой раз, 8,5. То есть в регионах просто катастрофа. Если вы в мегаполисе, у вас есть шансы, но быстро ищите. Быстро ищите. Нет, если человек что-то умеет делать руками,
то обычно этот человек не умеет искать, потому что он как бы другая специализация. Здесь нужно просто, чтобы человек себя правильно ценил достаточно высоко. Здесь обычно люди занижают свою рыночную стоимость, уж извините за жаргон. Вот. И, что называется, ведутся на добрые слова, на обещания. Но это вот такие вот хорошие люди, которым гораздо интереснее работать, чем торговаться. И им нужно торговаться. Вот. Потому что если человек, за исключением, конечно, промзон, ПГТ, маленьких городов, где одно, два, три предприятия и так далее, но в целом, если в большом городе человек что-то может делать руками, так или иначе он найдет, что делать, потому что сейчас на это дичайший дефицит везде. Я вот сижу на фоне книжных полок, вот в городе Москва люди, которые просто способны из досок, из сосновых сделать книжную полку, я искал долго, потому что или это по цене красного дерева, или люди просто говорят, не, мы это делать не будем, потому что нужно пользоваться рулеткой, и нужно измерять расстояние, и потом считать, это правда.